Специалисты Управления по делам молодежи, инвестиций и перспективного развития мэрии, волонтерских движений и молодежных центров отправились в сельские округа Анапы. Главная цель – рассказать, на какую поддержку может рассчитывать начинающий предприниматель. Чаще все равно мы встречаемся с молодежью, которая в городе, но у нас есть также очень активные звездочки, яркие лидеры общественного мнения, которые живут в сельских округах, и не всегда у них, к сожалению, есть возможность приехать к нам, поэтому мы решили, что мы, значит, приедем к ним и пообщаемся вот в формате такого именно открытого диалога. И вместе наметим какие-то, наверное, интересные планы, идеи, и сможем уже в дальнейшем потом масштабировать их и реализовать максимально широко и интересно. Создан недавно молодежный офис проектных инициатив, и создан он для вас, именно для молодежи. Для помощи вам в написании заявок, в реализации ваших идей и проектов, и для обучения, это самое главное, чем занимается офис, это обучение проектной деятельности и заполнение именно заявок на грантовые конкурсы. Теперь встречи с сельской молодежью будут проходить во всех округах Анапы. Тем, кто хочет развивать экономику города-курорта, ответят на все вопросы о начале собственного бизнеса. Молодые предприниматели могут рассчитывать, если мы говорим именно о том, что они уже совершеннолетние являются предпринимателями, на грантовую поддержку до 500 тысяч рублей, на все остальные меры поддержки, которые действуют для всех. Это микрофинансирование, это нефинансовая поддержка, это разработка сайтов, продвижение в соцсетях. Все это тоже включено в перечень мер поддержки, в том числе и для молодых предпринимателей. Такой формат поддержки оказываем на постоянной основе. Сопровождаем, консультируем, предоставляем необходимые контакты, связи как поставщиков, так и в сфере инжиниринга и так далее. То есть, ну, чем хорошо объединение, что ты всегда можешь прийти и получить совет от практиков, которые этим уже занимаются, либо что-то об этом точно понимают. Состав участников проекта «Молодежный тур» будет постоянно расширяться. Кто приедет на следующие встречи, решат сами их участники. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.